Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы, всадники и олуха. Так, давай-ка получим сундук. Ну, такая себе награда. Ничего супер выдающегося нам не дали. Мне вот интересно, есть ли у нас какое-нибудь событие. О! Подготовочка, ребята, опрос населения. А большое событие или нет? Оно коротенько, буквально на сегодняшнюю заходочку. Вот это мне очень нравится. Правда, награды такие себе. Ну, сотка рун и три блестящих янтаря. Ладно. Так, 150 миллионов рыбы. То есть ничего нам опять беззубик не принес, к сожалению. Не хочет он, понимаешь, не хочет он мне ничего приносить. Так, мрачнозуб, громилет. Пускай, наверное, летит за рассветным укусом. Пускай попробует его найти. Шансов, конечно, мало, но тем не менее. Так, домик у нас улучшился. Ну, какой стал. Новый ресурс, склад железа. Так, улучшите склад железа, чтобы хранить до 3 единиц железа. А новый ресурс, склад железа. Так, ну хорошо, переходим на него. Где он? Вот это у нас? А чтобы его улучшить... У нас как раз есть. Вот, ребятушки, сколько? 3 дня 11 часов. Ладно. Но, тем не менее, ребят, пускай улучшается, да, склад железа. Хотя бы будет 3000 у нас теперь храниться. Ну что, пак даешь мне, да? Хорошо, давай посмотрим на этот пак. Ну, понятно, что монеты Одина. Шторморез, кревет, кошмарный пристеголов. Плюс немножечко... Ага, ресурсов. Так, давай, лети за древесиной. Блин, а почему я не отправил-то тебя? Эй, родной ты мой. Твою налево. Этот сидит. Иди давай. В приключения опять. Блин, почему же я модификрылку-то не отправил в прошлой серии? Блин, ребята, и вы не написали мне в комментах. Плохо. Так, ты чего радуешься? Вот. 84 уровень он у нас уже имеет. Я считаю, что это очень даже неплохо. Такс, ага, змеевик. 192 миллиона рыбы. Так, здесь 37 миллионов. 28. Так, ну слушай, ну дерево тоже неплохо добывает. Кто еще у нас тут стоит, прохлаждается? Конечно же, Буйволорд. Как же? Прохиндей мелкий. Блин, ну у нас вот очень много драконов, которые добывают очень много древесины. Это круто. Хотелось бы, чтобы у нас также добывалась рыба. Так, ты пока постоишь у меня. Поручите 7 разным драконам добывать древесину. Ну, поручили мы уже. 125, там 110. Нормально так. Железочки добываем. Здесь у нас, ну, в последнее время что-то не тусклый янтарь мне только выдают, ребят. Мне не нравится это. Ну, сфига ли. Давали бы сразу уже, я не знаю, там, блестящий янтарь. Ну, что тусклый-то. Барс и вепрь, давай-ка лети бесплатно. Ну что ты дашь? Тусклый янтарь, как всегда, ребят. Ну, это предсказуемо просто-напросто. И вот мы получаем опять же тусклый янтарь. 52 штучки. Их, ребята, нужно тысячами. Чтобы, ну, нормально тут прокачивать, их нужно тысячами. А не 52 штучки. Смешно, просто насмешили. Ну давай, что ты нам. Ну опять же тусклый янтарь. 105 штук.
отправляем его на очередное задание. И Грамгильда. Тусклый янтарь. А, яйцо. Я же просто привык, что мне постоянно дают тусклый янтарь. Я только на него, как говорится, и рассчитываю. Вот уже блестящий янтарь. Так, я смогу. Мне даже не хватает, чтобы переделать. А ты что стоишь? Давай за рыбой лети тогда. Так, мне хватит. Здесь-то мне хватит. Давай, отправляем его. А вот креветы отправить уже, к сожалению, не получится. К сожалению, не получится мне отправить креветы. Я вот про этого говорю, кто тут стоит и ждет своей очереди. Так, ну что, дай-ка я гляну, где у нас тут любовное письмо лежит. Оно что ли? Нет, это не то. Найти любовное письмо. Где оно? Я... А, вот оно, блин. Оно сливается на этом мостике, поймешь. Что-то я не туда нажал, по-моему, да? Мне нужен же пак бесплатный. Так, шторморез, барс и вепрь. Мы, кстати, знаете, что давно не делали? Мы же не собирали пак, например, с рыбой. Вот, отлично. Значит, теперь мы отправляем нашего, как его звать-то, кревета. Что-то я потерял его. Вот. Опа, полетел, полетел, родной мой. А этот тоже, да? За рыбу только работает. Ну, пока у меня больше рыбного нету. Может быть, взять вот этот вот сокровище? Давай вот это возьмем, сокровище. Тут могут элементы выпасть на драконов. Лопатка, эпический. Так, лопатка, редкий, эпический. Ну, пускай будет так. Так, теперь давай смотреть здесь. Опять треска, тусклый янтарь. Так, что-то нам, грибок, наверное, нет? Руны, опять же тусклый янтарь. И последний. Фляга с водой и опять же тусклый янтарь. Здесь. Этот будет прокачиваться или нет сегодня? Спросил у больного здоровья, называется. Да, конечно же, не будет. Постоянно идет на сопротивление. Постоянно вот так вот. Расширить. Сколько нам нужно? 3500. Блин, не хватит. За сегодня, думал, по рунам сможем определиться, но не хватит у нас. Так, здесь на обмен. Что у нас тут? Лес, излишки какие-то были. Так, у нас здесь загадочный... Ой, это редкий пак. Ареновский. Шторморез, душитель, громыль... Шепот смерти, опять душитель и барсик, ребята. Еще 8 карточек на барсика, и мы его поднимем по уровню. Это будет круто. Ну что ж, теперь забираем здесь награды. Давай, 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 давай. Ага, одну награду заработали. На вторую, интересно, успеем? Ну-ка. Да, 2 награды за сегодня. Ну-ка, откроем. Значит так, нам выпадает загадочный пак. Хоп, хоп, хоп. И цветочки Фреи. 500 штук. Как-то так. Ну, вроде бы... С постоянными нашими заданиями я справился, да? Сейчас, подожди секундочку, у нас еще где-то вот тут вот. Ага.
Так, мелкаши. И здесь еще. Так, инферн. Давай-ка я тебя буду прокачивать. Брызгай. Сколько? Офигеть. Слушай, а он рыбу-то, по-моему... Ну-ка, подожди. Сейчас мы кого-нибудь уберем с рыбы. Вот, буйвол лорда я, наверное, верну. Сколько он зарабатывает? 4.15 в час он добывает рыбы. А сколько ты добываешь? 5 миллионов в минуту? Да ну нафиг, что, серьезно, что ли? 5 лямов в минуту ты зарабатываешь рыбы? А что, его раньше не отправлял? А инферн сколько? Ну, инферн... А, так у него маленький уровень. Он даже еще и титаном не стал. Но все равно 5 лямов в минуту. Он тут за 10 минут может 50 лямов мне рыбы притащить, прикинь? Нормально. Ну что, ребят, тогда... Там орет уже кто-то. Поехали. Поехали, ребят, будем проходить сейчас события. Опрос населения. С кем тут и против кого сейчас глянем. Ага. Так, мне это наводит на мысль, что мы будем вот с этими драться, да? Тут же и ветрокрыл, и сородич ветрокрыла. По-моему, именно ихняя раса тут будет выступать. Так, ну этому крышка, все, сейчас мы его забодаем. Ничего ему тут не поможет. Вторая волна. Ну, поехали. Сюда пропишем. Два в уме. Ну. Так, выносим за скобки. И все это делим. На тебе. Ой, ой, напугал ежа лопатой. Так, рулеточка дает нам 50 миллионов древесины. Ага, 1000 тусклого янтаря. И через поединок мы заберем с тобой загадочный пак. Но меня убивает, что высшая награда здесь получается, ребята, блестящий янтарь. Так, он что, будет постоянно, что ли, первым здесь? Опять две волны. И опять он здесь первым стоит. Ладно. Стоит первым, будет получать первый тогда, получается. Давай сделаем. Опа. Он еще отхиливается. Он так же, как и, ребят, как ветрокрыл действует. То же самое. Не, надо добивать. Опачки, а тут их трое. Промахнулся. Не промахнулся. Коварно. Ну что ты будешь делать? Смотри, что он делает. Он, ребят, понижает атаку нашим драконам. И тут еще и защиту сбил. Ты заколебал уже, вот если честно, просто заколебал. Пробьешь? Молодец. Ну что, все силы на тройной удар бросаем. Хиляемся и в конце добивка. До свидания. Ну, рыба. Я думал, что все-таки выпадет пак, но остановилась на рыбе. Забираем загадочный. Да-да-да, я понял. И переходим на очередной поединок, после которого мы получаем 100 рун. И это будет у нас 3266. Опа, а вот это уже противничек серьезный.
Вот с ним лучше не шутковать. И, блин, его надо выносить первым как-то. Как его, блин, первым вынести? Ну, давай так попробуем. Задебафить его. Задебафить. Молодцы, справились. Так, тут теперь хиляемся. Потому что Барсик в опасности. Слушай, на следующий ход он, скорее всего, знает, что сделает? Кучу фаерболов будет выпускать, если выживет. Нормально. Ох. Зачем так жестко-то? Так, давай, наверное, просто укусим. Нам нужно будет хил врубать на следующем ходу. Досталось. Ну. Он еще усилился. Он еще и усилился. Ты посмотри на него. Раз, два. О, сейчас, ребят, под массовую атаку попадем. Серьезно? Ну тогда извиняйте. Так, водорез решил выпендриться. Выпендривальщик, а? Тоже мне нашелся. Захрумкали. Ну что, ты остался последний. Ты не жилец. Не-не-не-не-не, даже не думай. Даже не думай об этом. До свидания. Так, на рулетке выпадает нам дерево. И мы поехали за 100 рунами. Ну что, у нас получается два последних поединка. Ну, это обычный проходящий, а вот... Да я думаю, босс тут тоже будет такой себе. Лопушок. Он мне похож на рыбу-удильщика. Вот я вот смотрю на него. Вот один в один. Тоже такая же физиономия. Он же глубоководная рыба, это удильщик. И тоже он с этим вот фонариком, который привлекает рыб. Нормально. Да хорош ты уже со своими там усилениями, ты запарил. Барсик, не сможешь? Нет, не сможет он его пробить. Что-то мне кажется, мы потеряем сейчас кривоклыка нашего. Даже так. Даже так ты решил. Ой, истинный шепот. Ребята, истинный шепот смерти. Здесь нужно, блин, как можно быстрее его уничтожать. Больно. Слушай, я думаю, мы успеем разобрать его. Тоже дрянь. Смотри, что он сделал. Усилился, и у него еще, ребята, была возможность сделать ход. Блин, под усилением это плохо. Промахнулся. Вот оно что. Вот оно что, ребятушки. Он не попал. А вот тройному удару очень плохо, ребята. Он не успевает накопить 4 энергии, чтобы смог сделать массовую атаку. Так что, до свидания. Рыба, 187 миллионов. И давай пойдем на последний поединок. Уж больно интересно посмотреть, что тут у нас за босецкий такой будет. Да, мне кажется, как лопух. Блин, сколько волн? Две. Две волны, и у нас истинный здесь сидит. А почему они начинают где-то с середины, а не с краю? Ход. Смотри, что творит. Снизил броню. Так, добьем. Ну, я, наверное... Блин, а если он ничего не сделает?
Я вот так вот перестрахуюсь. Будет тратить, интересно? Нет. Не стал он тратить на хилочку. Значит, тогда мы сделаем вот так и добьем здесь. Промахнулся. Вот ты слепотнее. И добиваем. Ну и что у нас тут? Злобный змеевик, босс. Ну тогда поехали. Стоит ли мне так делать? Наверное, не стоит. Такой громоль смешной, да? Такой цветастенький. Как карамелька. Сейчас эта карамелька, наверное, нам устроит тут. Босса забомбили быстрее, чем... Слушай, а этот, смотри, какой странный. Хвост у него, смотри, какой. С этими, с пасхальными яйцами. Нифига себе, в первый раз его вижу, кстати. Прикольно. Эй, кривоклыка не трогайте, пожалуйста. Да это тоже какой-то пасхальный, тоже такой, знаешь. Зелененький кузнечик в траве сидел. Как огуречек. Все, ребят, прошли события. Дерево. Дуб, дерево крепкое. И три блестящих янтаря забираем. Ну все, хорош. Так, и открываем пак. Монетки. Громобой, кревет, пристиголовый. Ну и, в принципе, ребят, все. Отказаться, да. Событие пройдено. Все это сделано. Все у нас работают, шуршат, так скажем, да? Разблокируйте эту территорию. А как, интересно, ее разблокировать? Что надо сделать? Тут осень такая. Смотрится прикольно. И территория большая довольно-таки. Так, я тут все поставил? Да, поставил. Ну что, дорогие друзья, тогда на этом будем сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.